Привет всем подписчикам Барнула Дуцеда ВКонтакте. Сегодня вечер 28 сентября. Как и обещали, мы подводим итоги совместного розыгрыша с альтернативой Ла Сальса. Три призовых места на кону у нас. Необходимо было вступить в группу, сделать репост данной записи, как всегда, и быть новым потенциальным клиентом клуба. Итак, копируем ссылку на розыгрыш. У нас сделано всего 105 репостов за неделю. Поэтому копируем ссылку на розыгрыш. Заходим в Яндекс, генератор случайных чисел нам необходимо найти. Первый, который попался, включаем его. Здесь есть функция определить победителя ВКонтакте. Вставляем ссылку на пост нашего розыгрыша. Город победителя нам не важен. Искать победителя среди репостнувших запись. Для победы необходимо состоять в группе. Необходимо нам 3 победителя. Итак, внимание. Записываем видео, чтобы вы все видели, что проходит честно, максимально прозрачно. В принципе, это у нас стандартная практика. Итак, первое место достается Олесе Иваненкова. Иваненкова. Не знаю, как правильно. Поздравляем Олесю. Так, второе место Анастасия Машкарева. И третье место Марина Бобрик. Поздравляем девушек. Подгружается. Так, вот у нас Анастасия за второе место. Прям что-то аж подвис интернет у нас. И Марина Бобрик. Ладно, не загружается. Итак, первое место Олеся Иваненкова. Второе место Анастасия Машкарева. И третье место Марина Бобрик. Поздравляем девушек. С ними свяжутся представители студии танцев. И расскажут, как забрать подарки. От вас же ждем фотоотзывов, ветки обсуждения наших розыгрышей Барнула Дуцеда. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.